Настало время снова в поисках работы я. И как потом в дальнейшем сложится судьба моя? Какая должность будет и какой оклад? А если премию дают, то очень буду рад. В анкете честно я пишу, что больше не курю. А строчку ваше хобби, думаю, что пропущу. Женат, есть дети, где прописан, там живу. Работать на заводе вашем я хочу. Мой стол завален разноцветным ворохом газет. Вакансии ищу я также через интернет. Директор, менеджер, водитель, кладовщик, рабочий, грузчик, сторож, мастер, стропольщик. Образование мое лишь только ПТУ. Права имеются, машину я водить могу. С компьютером немного, в принципе, знаком. Готов учиться, если надобность есть в том. Я в центре занятости встану на учет. Быть может, там с работой больше повезет. Пока в отделы кадров отправляю резюме. Надеюсь, вскоре, может быть, позвонят мне. Алло, Павел Петрович, мы прочли ваше резюме. Приезжайте, анкетку заполните.